Добрый вечер, дорогие, любимые подписчики и подписчицы моего интернет-ресурса «Займемся прессом ТВ». Хорошо, я бодрюсь сейчас перед тренировкой спины. Ее видео, кстати, вы тоже видите на канале в следующих выпусках. Сегодня чего я хотел коснуться? Притренировочного напитка «Психотик» от Insane Labs. Дело в том, что я уже делал такой в своем превью обзор этого прекрасного напитка, но это было все немножко в форме шутки, пусть даже с долей правды, но не коснулся некоторых моментов, потому что это было превью, наше первое видео, да, а теперь хотелось бы серьезно обсудить препарат, поскольку он предельно рабочий, и я очень часто к нему прибегаю, да, когда моменты, когда мне нужна дополнительная сверхконцентрация, поэтому я дополнительно его коснусь. Сейчас классически расскажу, что о нем говорят магазины и продукты спортивного питания, да, в целом, по его составу. А потом, соответственно, добавлю от себя, что я об этом думаю, и по факту, какие ощущения мы от него получаем, и какой его, какие его преимущества по сравнению с другими продуктами спортивного питания. Да. Смотрите, по составу, что нам говорит производитель? Что это безумный стимулятор на рынке спортивного питания. Да, это действительно так, это... Безусловно, входит, мне кажется, в тройку самых рабочих препаратов на данный момент, которые можно купить в магазине в России. А что принцип работы? Мощный выброс энергии, концентрация и ясность ума, повышение работоспособности, улучшение настроения, эйфория. Эффект держится 3 часа. Состав. Банальные вещи в составе. Это бета-аланин, безводный кофеин. Даже не буду углубляться, потому что, ну, бета-аланин, это понятно, это аминокислота, которая нам позволяет дольше и лучше заниматься, да, дает покалывание. Безводный кофеин, но кофеин, он содержится в любом стимуляторе, куда без кофеина, куда без кофе. Говорят, знаете, есть какая-то поговорка, что если бы люди бы перестали пить кофе, да, там на планете, КПД там планета сократился бы там чуть ли не в 2 раза, да, поэтому понятно, зачем это нужно. Расприн успокаивает нервную систему и повышает ясность ума, нормализует кровяное давление. Что могу сказать? Действительно, что мне нравится в этом напитке, то что он... В отличие, допустим, от Стимул 8, он бьет по голове, да, и вы чувствуете какую-то некоторую эйфорию. Здесь нету таких настолько эйфорических ощущений, зато ты предельно концентрирован на работе, которую тебе нужно произвести. То есть, как говорится, знаете, вы сразу входите в состояние фокуса. Как говорится, знаете, чтобы быть в фокусе, надо, чтобы фокус был в тебе, да? Вот. Гиперзин улучшает когнитивные функции, внимание, память, язык, визуально-пространственное восприятие. Слышали? Внимание, память, визуально-пространственное восприятие. Кстати, в прошлом обзоре я такого не читал. На самом деле, писали какие-то умные люди, на самом деле так и есть. То есть, не знаю, если выпить за рулем, вы реально начнете лучше подмечать знаки на дороге, увидите все кирпичи, и вашу машину не эвакуируют, да? Действительно, что мне нравится, то есть сразу концентрируешься, все четко, все нормально, ты знаешь, что тебе нужно сделать. И если у вас какие-то стрессы на работе, да, вы чувствуете какую-то повышенную, ну, вам нужна какая-то стрессоустойчивость, действительно, этот тренировочный напиток, соответственно, он дает некоторую, да, вот убирает вот это чувство нервного напряжения, вот действительно такое есть. Гардемин – жиросжигающий компонент, поставит организм на максимальный расход энергии за счет жировых отложений. Иными словами, организм получает энергию из жира. Жир горит, да? То есть, действительно, обладает жиросжигающим компонентом, даже какой-то небольшой термогенный эффект реально разогревает, пропотеваешься нереально на ровном месте, жиросжигающий компонент определенно присутствует. Димей или Домае, все время забываю, как это правильно в российской интерпретации, на нашем родном языке, повышает настроение, улучшает настроение и память. РБ, метил, этиламин и так далее, как обычно. Стимулятор нервной системы без побочных эффектов. Аймпибери оказывает противовоспалительное, антиоксидантное, болеутоляющее действие. То есть в некотором роде осуществляет какой-то, дает эффект обезболивающего, да, что довольно неплохо. Если у вас там что-то болит и ничего не помогает. Креатин-моногидрат, самая известная форма креатина. Ну, креатин-моногидрат, понятно, способствует повышению силовых нагрузок. То есть, если тренировка силовая, без креатина-моногидрата, ну, ровным счетом никуда, да. По личным ощущениям, да, если я говорил, что в прошлом обзоре, что Стимул 8 – это претренировочный комплекс, предельно эйфорический, да, и дающий не только концентрацию, но и какие-то возбуждающие ощущения, также нервной системы, то этот напиток определенно
первое, что мне нравится, он действует быстро. То есть эффект уже через 5 минут. Ты его выпил, пошел на беговую дорожку, все, 5 минут ты размет, ты можешь хардкорить. Второе, действительно, все становится четче, повышается ясность ума, концентрация на том, что ты должен сделать, на повседневной жизни и на твоих задачах. Это второе. Ну и третье, да, действительно убирает нервное напряжение, какие-то твои проблемы, которые были на работе в этот день, они остаются позади. То есть препарат очень рабочий. По поводу действия, там написано действие 3 часа. Ну, 3 часа, если просто его выпить, да, если вы, допустим, у вас смешали с ехимбином, с аргинином, с остальными капсульными препаратами, то здесь можно потом идти на полночь, еще потом гулять, да. Ну, лучше, конечно, спать и восстанавливаться, и повышать производительность, но тут уже... У каждого человека своя работа, да? Вот. Вот что могу сказать по препарату. Психотик от Insane Labs. И здесь даже такой есть знак. То, что, внимание, типа, психотик не является обычным притренировочным комплексом. Здесь предупреждают, да? И начинать нужно с 1-2 скупа. Действительно, начинать надо с 1-2 скупа. Даже мне на первый прием один скуп было многовато. Знаете, кажется, у меня такая толерантность ко всему это, поскольку у меня низкое давление, да, от природы. Мне кажется, тем не менее, да, он меня очень разогрел в первый раз. У меня здесь написано грейп, это типа виноград. Есть несколько вкусов, это виноград и вкус сладкой ваты. И тот вкус безумно хороший. Но виноград, он больше такой фруктовый, очень вкусный, очень интересный. Сладкая вата... действительно напоминает вкус сладкой ваты, такой вкус детства, знаете. И чем мне понравился сладкая вата, да, он такой довольно сладкий, многим не понравится вот это наличие большого количества сахара. Ну, в принципе, я сахар люблю, да, хоть и избегаю его в связи со всякими диетами и всем остальным, да. Но действительно, вкус сладкой ваты, он тоже хороший, то есть, если вы переживаете взять там виноград и сладкую вату, там... Боитесь какой-то из них брать, можно брать и тот, оба безумные хорошие. Не знаю, есть ли еще вкусы, да, может и есть. Ну, я вот пробовал только эти. Прямо в голове прям какие-то были колики, да, то есть работает. Это касается психотика. Ну, про психотик я уже говорил, чтобы немножко разбавить это видео, сделаю такую маленькую добавочку, да. Расскажу про вот это. Old Jack. Старый Джек. Старый-старый Джек. Ну, конечно, это вам не старый Джек, да? Это какая-то фирма Genon. Genon Laboratories. Pre-workout Old Jack. Вот. Ну, что тут можно сказать? Я не буду проходиться по его составу и тратить время. Я скажу лишь, что он анонсирован как тот самый Джек 3D. Короче, сейчас куча препаратов анонсируется как тот самый Джек 3D, но все они не тот самый Джек 3D. Ни того самого Джек 3D, я думаю, уже не будет. Ну, чем отличался Джек 3D? Это геранью, да, и всякими свойственными там, ему там аргининами и так далее, чтобы разогреть кровоток, сердце разогнать и все остальное. Его выпил, просто мне попался пробник, я его выпил здесь как-то вечером после работы. Ну, конечно, это вам не психотик, не стимул 8 и не Липодрен Экстрим, да, это, в общем-то, просто такой неплохой перпрем на 4, я бы даже сказал, с плюсом. У кого толерантность к этому делу низкая, вообще можно, в принципе, взять. Ну, эффект такой действительно вот немножко такое после работы состояние неконцентрированное. Раз выпил, действительно законцентрировался, мир стал четче, ты сосредоточился, да, неплохо, неплохо. Но какого-то такого прямо рывка не дает. Повышает вашу концентрацию, да, и вы немножко просыпаетесь, я вот так опишу. То есть это, знаете, так как хорошая гуарана такая, да, только лучше, поскольку присутствуют некоторые компоненты. Неплохой напиток, действует практически сразу. Единственное, что не сильно, плавно ложится и плавно отпускает. Вот что могу сказать по Old Jack'у. С вами был Клёнкин Лаунж, он же мистер Лас Вегас, в простонародье просто Никита Клёнкин. Это была наша рубрика обзора предтренировочных комплексов. Ждем вас на нашем канале для просмотра других тренировочных видео. Не забываем подписываться на мой канал, ставить пальцы вверх. И я еще не раз порадую вас хорошим материалом. И порадую хорошим материалом не только мальчиков, но и девочек. Все, пока.